Друзья, установил программу «Фоторедактор», чтобы изменять картинки. Да, это программа, которая якобы перерисовывает, ну, якобы, потому что я просто не знаю, перерисовывает обычные фотографии в картинки, ну, как будто нарисованы от руки. Так вот, угроза безопасности. Вирус является трояном. Игнорировать, удалить, конечно же, удалить. Удаление завершено. Ну и давайте посмотрим. Вот это приложение Фоторедактор X. Вот так выглядит. Вот типа якобы перерисовывает, хотя я точно не знаю. Почему такое приложение находится в Google Play, я тоже не знаю. Но, друзья, не попадайтесь, не устанавливайте вот такие вот приложения. А причина была, это вот эти вот игры, в которые, чтобы получить что-то, там надо было просмотреть рекламу. Я просмотрел, там была реклама вот той вот того приложения Фоторедактор X. И сейчас я думаю, что можно зайти и поискать это приложение, чтобы вам прямо было видно. Посмотреть, какие отзывы сейчас здесь. X. Ну-ка, Фоторедактор X. Вот это приложение. Оценка 3,4. Я удивлен, потому что я ожидал оценку. Значит, напишем сейчас отзыв. Антивирус ругается на троян. Я больше чем уверен, что это действительно так. Опубликовать. Причем, смотрите, сколько отзывов. Есть хорошие. Середнячок и так далее. Приложение середнячок. Но на самом деле это не середнячок. Это разносчик вирусов. 100%, потому что я уверен, что антивирус. У меня такого никогда не было, чтобы он ругался на хорошие, нормальные программы, без, ну, которые проверены, да, скажем, от ВКонтакте и другие вот такие. Ни разу не ругался.